большую пиццу, и она улетит примерно к вам. Вот это я не ясно сказал, поэтому кто ее словит, тот будет самым счастливым сегодня, поэтому готовьтесь, подходите поближе. Не, ребят, я думаю, пицца полетит куда дальше, чем вы стоите на самом деле. Поднимите руку, кто хочет поймать пиццу. Но вы же не забывайте, что ее нужно приготовить еще дома, да? То есть сразу кушать ее не нужно. Главное, чтобы никому на зонтик она не попала и не накрыла его. Мне кажется, всем хватит, но уже давайте нагнетаем аплодисменты и... Аплодисменты Нецу Роза, ресторан «На скала». А теперь, ребят, к мамам, к папам домой готовят настоящую итальянскую пиццу. Еще раз поблагодарим нашего замечательного повара Нецу Роза. Нет, он говорит «грация», да? Это, конечно, это не пицца, которую надо готовиться покушать, это просто шоу-пицца. А подготовиться пицца, приезжать на Ласкало, я спрошу рецепты, без секреты. Хорошего воскресенья, праздники, спасибо большое вам. Вот такой хитрец, да, сразу всех рецептов не выдал, приходите на Ласкало.